Всем снова здравствуйте, я тут. Все в порядке. Запускаю игру. Чё произошло? И вот все из-за этой вот, которая мне... Согласен? Вот она все сломала. Скотина такая. Ну или драконоид все-таки. Игра запускается. Сейчас. Откуда мы начнем? Наверное, после того, как квест уже, да? Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейра. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Сохранения должны остаться. Сейчас посмотрим. Пятое. Не остались. Нету. Ну ладно. Ты пошла на вшуп. Поломала мне всю игру. Это что за место? А, это мы тут были, да? Да, мы тут были. Это мы недалеко от ворожея. Да хорош, что вы меня... Чизите. Чизят они меня. Не узнаем мы, что случилось с Ганной, конечно. К сожалению. О! А, нет. А, да, ля, появились. Я в сохранение нажала тогда. Промолчим. Ну, мы знаем. Я, наверное, зашла в сохранение, а не в загрузку вкладку. Все, сейчас узнаем. Если опять не поломается на загрузке. Хотим загрузить, конечно, хотим. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда. О, смогла. Да. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Игра простила нас. Что ты здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я дам тебе два. Ты не хочешь знать, что... Мне незачем... Ганна наверняка... Странное... А что мне это даст? Я не хочу его... Жалко мужика. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Правду о вас, ведьмаках, говорят. Нет у вас сердца. А у тебя?
Я 100% уверена, что это она где-то эту Ганну почекрыжила. Ну, либо подстроила так, чтобы ее почекрыжили. Я найду сейчас все. Что она думает? Следы когтей очень глубокие. Это, скорее всего, сделал не человек. Раны резаны, как от длинных когтей. А здесь вырваны куски мяса. Становится интересно. Вот именно, интересно. А так бы столько пропустили контента. А куда следы? А, вижу. Должно быть, это Ганна. Запах разгоряющегося тела. А, ого. Волколак. Надо быть начеку. Ни хрена себе. Я-то думала, не так жестко будет. Кровь и следы лап. Интересно, куда они меня приведут? Зараза. Он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? Многоголосие Гервальда, вах. Еще что-то на земле? А, вижу. Клок шерсти. Да, не мылась эта тварь уже очень давно. Я просто по периметру осматриваю. Так, появился смрад. И здесь он и все, да? Его нельзя с ним никак взаимодействовать. А, все, вижу. Я так понимаю, мы к вот этому источнику шума идем просто очень странными путями. Мужская одежда. Разорвана, но следов крови не видно. Зачем сдирать одежду и бросать ее в лесу? Похоже на охотничью стоянку. Да забей ты на эту свечку. А мне нужен лут в этом мешке. Он мне жизненно необходим. Я его уже собрала. Понятно. Нужен ключ. Заметки. Интересно, кто это писал. Загадочные записки. Я тот, кто я есть. Этого я изменить не в силах. Рубахи, сотканные из собачьей петрушки, эликсиры и слез девственницы, помогают в бабушкиных сказках, но мне они не помогут. Пора с этим смириться. Любовь Ганны и железная дисциплина дают результаты. Главное не забывать прятаться в лесу перед восходом полной луны. Уйти как можно дальше от людей, подальше от Ганны. Приступы приходят и уходят. Я прихожу в себя с израненными руками и вкусом крови во рту. Ничего не помню, может быть, оно и к лучшему. Убивать добычу стрелой из лука – это одно, а рвать ее клыками и когтями. Но здесь, глубоко в лесной чаще, я не причиню вреда людям. Милостивая Мирителли, береги заблудившихся в этом лесу. Так, и заметки Александера. Вывод. Для заражения достаточно одной капли из чашки с колонией чумной бактерии, растворенной в 100 литрах чистой воды. Без медицинского вмешательства болезнь приводит к смерти в 93% случаев. В случае медицинского вмешательства болезнь приводит к смерти в 89% случаев. Выжившие вырабатывают абсолютный иммунитет к болезни и повторно не заражаются.
Исследование можно продолжить в двух различных направлениях. Во-первых, увеличивая время активности бактерий после растворения в воде. На данный момент это время составляет менее 12 часов, что позволило бы использовать чуму в качестве оружия, идеального для диверсии и подрывных действий в стране противника. Во-вторых, возникновение иммунитета у выживших предполагает возможность создания вакцины. Оба направления исследований потребовали бы огромных средств и времени, я же, к сожалению, не располагаю ни тем, ни другим. А, блин, медведь, ты чего меня путаешь? Не ходи за мной. У меня квест. Плохо ты выполнял свои эти правила и предписания. Вылез все-таки в облике-то своем. Зверином Даганну разорвал. Пес. Блин, у меня после того, как я текст прочитаю, знаете, такое бывает? У меня полосы перед глазами отсутствующего текста, и я в темноте сейчас, ну, вижу просто кусок текста. Некомфортно. У меня так сейчас. Это прям, ну, я ненавижу, когда так происходит. Куда идти? Я не понимаю, кто я вообще. Где? Что? А, ну да. Я думаю, что так темно-то? А ведь можно-то факел достать, если быть умнее. Где он там? Ну, другое дело. То не видно ни хрена тут. Вроде бы ничего не упустили, может быть... Мне показалось, там в начале самом можно было наверх запрыгнуть или нет? На более высокий ярус. Возможно, мне показалось, а возможно и не показалось. Я сейчас быстренько посмотрю. Вот здесь вот. А, лул. Ну, значит, показалось. С кем не бывает. Все, я не спешу, внимательно осматриваю, пытаюсь понять. По грибочкам лазить мы не умеем. Надо ночью подождать. А, да? Я сижу в темноте и читаю кодик. Прям 00. Полнолуние будем ждать. Ага, ты чё как крыса нападаешь? А мы с Цири уже с такими дрались. О, да вы чё, крысы? Он хилится? С какой стати? Нет! Перестань! Не трогай его! Это чё, её муж, что ли, сволколачился или что? Ты с ума сошла, отойди. Блин, а я надеюсь, мои варианты ответа ни на что не повлияют вот здесь. Если я не скажу ей отойти, он же ее не убьет. Мне просто интересно узнать, что здесь происходит. Мы, как в меме, зашли, споткнулись. Что здесь происходит? Или надо сказать ей это... Я просто не знаю, если я выберу отойти, он не добьет его сам сразу. Без разницы? А, ну хорошо. Кажется, нам надо поговорить. Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь. Я его люблю. Он почти уже был мой, и тут объявился ты. Уходи. Оставь нас. Я не могу его оставить. Ну, типа, он будет убивать дальше. Ну как?
Что ты несешь? Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Он Ганну тоже любил. И мне это не мешало. А ты выбрал... Она Ганну. Вон где. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда. В ту ночь я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус... Сейчас он ей глотку перегрызет от злости. Крови. Теперь я понимаю. Я сделал это ради нас с тобой. Она должна была увидеть... Она, конечно, тоже крейзи. Ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Ну, ни к чему эти жертвы. Да, она говно, конечно, сделала. Но зачем? Нет, не трогай его. Убирайся отсюда, быстро, пока я не передумал. Беги. Где он? Куда он делся? А чё он хилится? У него какое-то волшебное полнолуние тут, или чё? Жаль, что всё так кончилось. О, ключ Нелина. Это спасибо. А ну, конечно, жаль. Ну а что делать-то? Чё сидишь? Сундук мой. Все волколаки могут хилиться, а, да? Ликантропы по всем мифам имеют феноменальную регенерацию. Бля, прикольно. Спасибо за инфу. Вот, кстати, Маргарита. Ну, я понимаю, что это не та, но Маргарита. Ага. Кто там? Мишка. Мишка, уйди. Мишка, ни к чему тебе со мной драться. Мишка, нам не нужны эти жертвы. Уходи. Миша, ты специально тут сел, да? Чтоб я к телепорту, незамеченной тобой, не смогла подойти, да? Да ты крыса, а не медведь. Иди отсюда. Я пока посмотрю, какой квест взять. Так, хозяйки леса, дела семейные. Что у нас из дополнительных мелкоуровневая есть? Найти драконий корень какой-то. Вот 7-го, дяды. А, ну да, это как раз тут рядышком. Ну как рядышком? 1300 километров. А, Миша, пошел ты в жопу. Я тебе давала шанс, чел. У тебя был шанс уйти. Опять сюда? А, да, точно, он же говорил, что мы на эту коломницу, или как там правильно ударение ставить. Шо, опять они тут? Yeah.
Ой, да все, иди уже отсюда, господи, боже. Так, нам вообще вот сюда. А он козочку свою тоже привел. Обожаю эту мелодию. А мне нравится мелодия в Гвинте. Давно его не было. Эх, так грустно. Что тут у вас происходит? А, дядовы. Души покойных будут искать свой путь домой или как-то там. Короче. Подожди-ка. Чего подождать? Убери меч, давай поговорим. Подожди-ка. Дайте мне покою. А, в полночь. На мышке. Не справляемся. В тягость скажут сами. Мое почтение. Самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Угу. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончит дяды. Вам легко сказать. Начинай. Не позволяй нарушить круга, не давай нас в обиду. Мы за жизнь. Они будут вот здесь, да, появляться везде? Я так понимаю, призраки? Что за нею наступает? Каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Что им тягость? Скажут сами. Нам видите ваши лица. Приходите, мы вам рады. Нынче мы справляем дяды. То неверным. Я просто так поставила, ну чтоб было. Мира смертных не покинув, тех мы легким ясным знаком призываем к середину. Призываем к середину. Покажи, что умеешь. Вынырни. А, все, я думала, так сложно будет. Или появится еще кто-то. Ясно слышу. Мне сейчас, наверное, кто-то жесткий, да, придет. Дух в ночи спешит явиться. Так вот какой он, рэп в Ведьмаке. Дух явится в свете ярком. Полуночница, наверное, да, какая-нибудь придет. Мы прочтем его судьбу. Кто ты? Да нет, обычные мобы. Он знает. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой, отцы-убийца. Сгинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! Нам же надобно помочь заплутавшим душам! Молчи! Я не потерплю некромантии. Помоги! Ну ладно, вмешаюсь, хорошо. Отойдите отсюда, вы прерываете обряд. Эти люди занимаются черной магией и беспокоят умерших. Мы этого не позволим. И понятия не имеешь об их обычаях. Взять его, а людей разогнать! А вы меня взять попробуйте сначала. Не
Охотник за колдунами, да? Отойди, Геральт. Никто еще не сможет. Еще никто не научился против огня как-либо противостоять мне. Все сразу такие, ты выжил? Как он выжил? Плохо обернулось, плохо. Беда нам. Кровь запятнала священную землю. Но нельзя прерывать того, что начато. Чем грозит кровопролитие? Круг был осквернен. Сюда сойдутся те, кто жаждет людской крови. Если боги смилостивятся, их будет не слишком много, и ворожей все закончит. Этот младенец, который на заднем плане пищит, это что-то с чем-то. Если хочешь продолжать, я готов. Люди, надобно закончить дяды. Готовьтесь. Призываем заклинаем. Почему ворожей говорит о себе в третьем лице? Ну, говорили же, что он вроде с ума сошел немножко. Что-то стонет и скребется. Чей-то дух к костру несется. Это эти холодные челы сейчас придут. Снег пошел. Или это дождь? Похоже на снег. Ну, из-за того, что туман появился вот этот. А так, похоже на дождь. Ну всего лишь ой. Покажи, что умеешь. Да вы... Чу. С ума сошел, но они продолжают дядки всякие проводить. Охотники за колдунями, логика. Должны быть, узнали про дяды у мужиков. Тот призрак, которого они отогнали, был духом твоего отца? Он грозил, что вернется. Думаю, он сдержит слово. Ворожей не боится старого Ямраза. А, он же вроде бы как раз отца и убил, что ли, да-да. И потом с ума сошел. Вот. Точно. Призрак назвал тебя отцом. Ну, нам так рассказывали. Это так? Да. Если я буду тебе помогать, мне нужно знать все. Почему ты убил отца? Ворожей не хочет об этом говорить. Придется. Один ты не справишься. Я же вижу, ты боишься. Призрак может получить над тобой власть. Какая краткая судьба. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямрас лежит в болоте. Я поищу тело и посмотрю, что можно сделать. О, да, сколько лута. Сюда мне его. Сейчас опять перегружены будем. Мне еще ни разу с бабы не выпала вот эта вот водяная эссенция, или как вы там говорите. Ого, выпала. Она мне выпадала, или это первый раз был? Где это искать? А у меня их две? Это вот это? А у меня их две. Значит, один раз уже где-то выпало. Я просто не заметила. Тысяча шагов отсюда. 100 шагов назад. Словно... Или тихо на пальцах. Что-то там. Лети, моя душа. Кошку сделать. Хорошо. Нам, наверное, все равно надо перемещаться, я правильно понимаю? Кошки ведьмака не любят.
Так, кошечку, да? Окошечко зачем? Чтобы в темноте видеть, да? Ага. Дает иммунитет к гипнозу. Критический удар. Угу. Так, стоп. Ты вчера говорила, что сделала уже? Ну, да. Нет, я сказала, что я не сделала кошку. Я еще тебе показывала инвентарь. Я сказала, что мы сделали иволгу, что-то там, белые меды. А кошечку мы не сделали. Вот, я сказала, что мы касатку сделали. А кошечку нет. Она долго действует, если я ее выпью сейчас? Ничего? У меня 3 кошки, в принципе. Нет, она действует недолго. Ах. Минуту где-то. А зачем тебе ее сейчас пить? Ну, просто. Если она действует 5 минут, то я пока туда дойду. Ничего с ней не случится. Да забей ты на них, иди отсюда, Кирилл. Она еще и глаза выжигает на солнце. Есть такое дело, мне даже некомфортно стало. О, не-не-не, с этими чериками ничего общего не хочу иметь. Жесть. Мир в черно-белом цвете. Плотва в отпуске? Да. Как раз кошка закончилась. Смотрите, как просчитано вовремя. О, у меня стоит не то, да? Идеально, да. В болоте останки Ямазы неплохо сохранились. Ворожей раскроил ему голову. Чтобы призрак ушел, тело надо сжечь. Помоги мир живых и никогда не возвращайся. Еще и драться ни с кем не надо, что ли? А, ну ладно. Я думала, сейчас какой-то махач будет. Мне еще кошку сказали сделать. Думаю, ну, значит, точно что-то жесткое. А оно получается вот так вот. Так, тут рядом квест. Ой, иди в шок. Рубаешься. Чел. Делай квест. Я знаю еще одну. Мне надо на зеленый значок. Я запуталась. Игру, где можно сжигать тела, The Evil Within называется. Вы не хотите? Нет, я знаю, что это за игра, поэтому не очень горю желанием. Там твой любимый монстр. Это вот этот желтый, но я вернусь к нему. Нам как-то надо через туда. Классная игра. Смотреть весело, играть мне было бы нет. А чё наверху? Ну, раз уж мы тут. Место силы? Я помню это место силы, а вот тут вот леший обитает. Если правильно играть, правда. А если неправильно, то дичь. Здесь леший обитает. Кстати, какого он уровня? Я бы с ним, может, сразилась. 20-го, да? Я попробую. Ага.
вот ауфов призывать не надо. Бежал ты. Скотина, ты инвизная. Застал, что я тебя так легко убиваю, да? Начал в прятки тут играть свои. Песов уже подозвал. Ой, да иди в жопу, пес. Честное слово. Где среди этого всего многообразия говна леший? Лунная пыль. Масло от реликтов. Лунная пыль быстрее будет. Ну, да, я просто в процессе боя не особо смотрю в чат, простите. Что он какой-то вообще ни о чем. Ну, он даже не... сложностей никаких не вызвал. Блин, где этот лут? Огоньком баха я только так на харде проходил. А с Лешего ничего не выпало? Он просто испарился, да? Или я уже его облутала? А, вот он. Нет, это куст. А где Леш? Тебе опыта мало, шо ли? Давай. Ну ладно. Уже облутала? А, ну все, хорошо. А, это мы к гнезду чудовищ идем, телепорт. А, это мы к нему домой. Я зайду, думаю, что не то место какое-то. Как дела? Как ее зовут-то? Я не помню. Казавара же. Нет, у нее какое-то название было. Боженка, по-моему, нет? Нет, Боженка это свинья была. Не помню. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Коза по имени Коза. Ну, конечно. У кого дело? Княжна, точно, приходит. Точно. А с чем приходят? Если кто хочет с покойником примириться, потому как тот к нему является. Но тогда уже нужно до дядов обождать. Или если у кого злой дух в хозяйстве шарудит, тогда ворожей его выгонит. А если бы я захотел, ну не знаю, любовный эликсир? Тогда бы я колдуньи отослал. Не ворожей это дело. Я нашел тело твоего отца и сжег.
Это ты хорошо сделал. Он вернулся бы. Что случилось с твоим отцом? Ты действительно его убил? Это был злой человек. Когда-то ворожей его боялся, а потом возмужал. То, что отец сделал матери, ворожей не мог на это смотреть. Разбил ему башку секирой и утопил в болоте. Но люди знали. Думаю, дух больше не вернется. Спасибо тебе, ведьмак. Прими это в награду за помощь. А если тебе травки, когда понадобятся, или лекарства, ворожей все даст. Ну, спасибо. А этому лишь бы любовного зелья или джина попросить о любви, да? Да-да. Ну что, на сегодня тогда мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что сегодня пришли. Всем спокойных ночей, приятных аппетитов, хороших вечеров. Всего хорошего. И увидимся с вами в следующей серии, либо на следующем стриме. Всем пока-пока. И вам спасибо за стрим. Спасибо.